половине. Опять Нубуа. Хорошая передача на Бакетти. Перевод с фланга на фланг. Молодец. Бруно Алвиш прочитал. Ох, можно играть. Момент. Можно играть. Свистка не будет. Цепляет Дани. Бежать. Саша. Сходу, сходу. Гол. 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 Дани Кержаков. Дани Кержаков. Судья прочитал ситуацию. Не дал свистка в пользу провинившихся. 3-2. «Зенит» выходит вперед. То, что мы говорили с Алексеем Стрепетовым. Психологическое преимущество у команды, которая сумела пережить шок начала матча. И казалось бы, Кержаков может бить сам, но он все-таки прочувствовал. И перебрасывая через ногу вратаря, уже сам прошел Рыжикова. Дал Дани, который к центру был ближе. Смотрим еще раз. Передача. Блестящий Александр. Взаимопонимание исполнения. Я все жду желтой карточки от Карасева за нарушение в середине поля. Может быть, она и была, мы просто не видели. Но надо сказать, что судья все сделал в данном случае правильно.